жирное, жареное не ели. За 2-3 дня готовились. Легкий завтрак, сегодня чай, да. Каша на воде, пряник можно, я даже алкоголь за 2 суток не принимайте. Это минимальное требование перед тем, как стать донором. По словам врачей, необходимо также пить много воды и на время убрать из своего рациона яйца и бананы. Ведь употребляя эти продукты, кровь становится похожей на сметану, более жирной. А такую не используют для переливания. Кстати, всемирная доза помощи, то есть количество единовременно сданной крови одним человеком, составляет 450 миллилитров. Это очень актуально, у нас много больных, много заболеваний по онкологии. Сейчас большому количеству людей требуется переливание крови. Донорство – это очень важный компонент нашей жизни. Он спасает много-много людей, помогает преодолеть заболевания и изменить последствия. Самыми востребованными, по данным врачей, остаются вторая группа крови и первая с отрицательным резус-фактором. Только во вторник в передвижной фургон центра крови пришли более 200 доноров. Это и чиновники, и студенты разных вузов, а также сотрудники полиции и МЧС. Всегда приглашаем доноров, ждем. Принимаем их без очереди у нас в центре крови. А сколько раз давать? Сейчас я посмотрю. Вы сдали 5 раз. За год мужчина может сдать. 5 раз за год. По статистике, в прошлом году в регионе собрали более 34 тонн донорской крови. Говорят, этого хватит, чтобы спасти жизни 1000 человек. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.